Шуша возвышается над рельефом местности. Из города отлично видны окрестности. Шуша буквально нависает на несколько сотен метров над всеми дорогами и холмами. Расстояние между городом Шуша и Ханкенди по прямой составляет всего несколько километров. И в ясную погоду Ханкенди хорошо просматривается. Карабах – это не просто земля наших отцов, дедов и прадедов. Это земля наших детей, внуков и праправ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.